Всем привет, друзья! Вы на канале «Пчела начинающим». С вами я, Анатолий Борисович. Некоторые подписчики и зрители, увидев в одном из роликов такую маточную клетку для вывода маток, очень заинтересовались этой конструкцией и попросили более подробно рассказать и показать мне, из чего она сделана, как крепится, как садится туда маточник и все прочее. Поэтому сейчас я вам покажу эту клетку. Вот эта рамка здесь стоит в этом улье. Сейчас посмотрю, я уже и забыл о нее, честно. Вот вы напомнили, друзья. Оставил я ее сюда с маточниками. Ну вот, тут я уже позабирал часть маток, вышла вот здесь вот. Видите, кормят матку, здесь вышла матка. Ну тут я уже забрал кое-где, может кое-где еще не вышли. Ну вот сейчас пойдем, я вам покажу. Перейдем в холодок. Вот, друзья, это рамка. И как ее назвать, изолятор или инкубатор. Вот, на 15 отделений. Вот, видите, пронумерованные. Вот такая вот рамочка под размер 300-й рамки. Она становится в улей, очень удобно. Сейчас я покажу, вот. Ну, вот таких вот. Вот, видите, просто такие как бы маленькие. Зажимчики или щеколдочки, или как назвать. Открывается вот это вот просто, видите? Вот такая вот. Вот маточник. По всей видимости, он пропал уже. Значит, вот смотрите. Вот это вот сделано из простой медной проволоки. С любой можно сделать проволоки. Она намотана на цилиндрический предмет, конусный такой. Типа карандаша или, ну, коническая такая, круглая, какая-нибудь такая длинная деталь. На нее намотали проволоку и одним концом воткнули сюда в дерево. Вот сюда вот, как вы видите, ложится маточник. Вот так. Здесь вот ямочка, вот сюда я наложил меда. Для начало, когда матка выйдет, сразу же в первые минуты она могла бы и поесть мед. Но учитывая, что эта рамка стоит в улье с пчелами, пчелы начинают ее сразу кормить. Поэтому она какое-то время находится, вот видите, вот они облепили, здесь живая матка ходит. Они ее кормят, и поэтому с первых дней же это матка получает все необходимые питательные вещества. Так что тут не надо переживать. Здесь это сделана простая сеточка. Любая сеточка может быть. Ну, в частности, вот такая капроновая сетка. И вот очень удобно. Открыл, закрыл. Вот так вот раз. Потом следующую точно так же. На этих зажимчиках, щеколдочках. Вот, видите, что здесь у нас? Матка погибла? Да, вот вышла матка и погибла. Вот она. Все. Значит, эту матку не захотели кормить пчелы. Маточник открытый, все. Разные причины. Нам сие неведомо, почему так. Вот это вот, вот эту матку кормят. Вот тут вот тоже сидят. Но не видно, есть там матка или нет. Вот живая матка, ее в любой момент можно взять и подсадить там, где что-то утрачено. Бывает, что вырезаешь много маточников. Вроде бы жалко выбросить. Вот такая конструкция. Заложил сюда вот 15 штук. Можно сделать и не на 15. Здесь и меньше. На меньшее количество. Ну, вот такая вот
это рамка, изолятор или инкубатор для вывода маток. Очень удобно, очень, так сказать, функционально для того, чтобы, не заглядывая, вот так матки выводились. Сейчас я вам покажу эту матку. Вон она там ходит. Ходит там. Бегает. Ну, через это, наверное, ее не видно, конечно. Вот, о, хорошая, большая матка такая. Давайте попробуем раскрыть. Это какой, какой номер у нас, где она тут? Вот это вот, четвертый. Четвертый. Вот она, друзья, матка, видите? Вон она ходит. Хорошая матка. Оп. Ну все. Оставим ее там. И пчелка к ней зашла. Ну пусть пока сидит. Вот все, друзья. Вот такая вот клеточка. Клеточка-изолятор. Инкубатор. Кому было полезно и интересно, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока, друзья, до свидания, до новых встреч.